вечер, друзья. Пришла на место стоянки. Хочу вам показать мое минимальное снаряжение на поход на 2 дня. Ну, такое, что удобно, комфортно с ним ходить. Это коврик, на котором я буду спать, пока не усяду, чтобы развести сейчас костер, а то комары. Ну, вот здесь у меня в банане фотоаппарат, компас, спички, крем-набор минимальный. Ну, там еще одни спички, расческа. Сейчас я быстро костер разведу, а то меня замучают комары. Рюкзак у меня весит сейчас 4,5 килограмма, потому что в нем книжка килограмм. Это я в дороге читала. Так, в принципе, можно 3,5 сделать снаряжение. Я не считала вес камеры и фотоаппарата. Они у меня обычно на поясе. Но фотоаппарат у меня совсем легенький. Граммов 150, наверное. Ну, камеру я тоже не считаю. Вот, а само снаряжение, вот рюкзак, если без книжки, толстый, 3,5 килограмма. Воду я тоже не брала, потому что рассчитывала, что скоро приду на место стоянки и скипячу чаек. Вот. Итак, что у меня в рюкзаке? Это набор котелков. Кружка и котелок в чехле. Ну, здесь еще сахара немножко, граммов меньше 100. Чай, кофе. Ложку, а маленькую беру чайную. Вот здесь я взяла витамин. Есть. Ну, здесь где-то 250 граммов. Кислый витамин из облепихи. Кружка и котелок. Кружка сделана из обычной кружки металлической и приделана дужкой из велосипедной спицы. Из консервной банки маленький котелочек. Он весит граммов 50, то есть даже легче кружки. Алюминиевая дужка приделанная. В карманах подсолнечное масло, кашу буду есть, масло подсолнечное, ну, тут немножко. Пустая бутылка воды набирать. Килограмм книжки не считаем, я ее убираю. Ну, я для нее пакетик взяла сюда, если что. Вот так обычно я не беру свою книжку тяжелую, если серьезный поход или марш-бросок. Это еда. Ну, здесь чуть меньше килограмма, наверное. Ну, я взяла, чтобы так нормально кушать. Здесь у меня хлеба, 3 куска. Сыра много. Гречка на вечер. Ну, граммов 70-80. И каша 5 злаков. Это на завтрак. Ее не надо варить. Ну, в принципе, можно прокипятить, чтобы мягче была. И соль в спичечном коробочке немножко. Так. Это баранки и сухари, остатки немножко. Орешки. А, масло сливочное немножко. В общем-то, вся еда, это хватит на 2 дня нормально. Ну, я считаю, вечер, утро. Ну, и перекусы, это чай с баранками. Дальше что в рюкзаке? Фонарик Пецель, не самый легкий, но какой есть. Тент полиэтиленовый, 250 граммов. Я потом покажу, как он стоит. Ну, это косынка от солнца. Из вещей у меня, вот помимо того, что на себе, это брезентовые штаны и штормовка и футболка. У меня еще такая шерстяночка. Ну, сейчас тепло, это вот спать мне. И запасные носки даже не беру. И бандана на голову. Дальше. Ну, вот такая сидушка большая, еще я ее под себя подстилаю, когда сплю, под поясницу и колени. Ну, под поясницу. А
Сам коврик, на котором я сплю, ну, он граммов 180, наверное, весит. Это обычный такой, тоненький. С одной стороны фольгированный, с другой стороны нет. Ну, строительная пенка такая бывает. Вот я давно уже пользуюсь, всегда беру на марш-бросок. Компактно складывается, все помещается, в общем, по маленькому рюкзаке. Дальше. Ну, собственно, вот и... А, ножик. Ножик, конечно, без ножика никак. Самый маленький вообще вот тут вот. Срезать колышек, чтобы повесить. Котелочек. И что-то порезать. Палатка 250 где-то граммов. Такая полноценная палаточка из органзы. Окошки, чтобы проветривалось. И спальник. Ну, спальник у меня пуховый, граммов 800 он весит. Вот и все, коконом. И легкий рюкзак. А, здесь у меня еще в карманах. В карманах у меня, ну, телефон. Все-таки я взяла. Хотя на марш-бросок не беру. А, булочку купила по дороге. Карты, деньги. Все. Сам рюкзак, вот эта компания «Сплав» выпускает, очень легкий. В них все, ну, многие на марш-бросок московский бегают, то есть на туристические соревнования, которые состоят из ориентирования двухдневного и с обязательной ночевкой, то есть надо дистанцию бежать со снаряжением, с которым ты будешь ночевать. Ну и кушать что-то на дистанции, поэтому... И получается в сумме, вот сейчас получилось на московском марш-броске, который проходил вот неделю назад, где-то 120 километров получилось. То есть первый день там получается где-то 80 километров, а второй день 40. Ну и по бездорожью, по грязи бывает. Поэтому все облегчаются, и вот такие рюкзаки, конечно, используют. Компания «Сплав» делает. Но я его немножко апгрейдила, сделала дополнительное закрепление. Ну, у него нет клапана, как бы единственный минус, но он легкий. Просто на молнии закрывается. Два кармана, и вот здесь поясные карманы удобные. Он весит, ну, что-то граммов 300, может быть, я не помню. Легкий. И к спине у него пенка. Тоненькая пеночка, которую, в принципе, я тоже использую, когда сплю. Подкладываю ее под себя. Вот, в общем-то, не знаю, как вы видели за дымом, извините, если плохо. Надеюсь, бы комары мне не дали жить. Вот все снаряжение. Вполне комфортно можно прожить 2 дня. Что я собираюсь делать. Ну, вот так выглядит моя палаточка. Она невысокая. Где-то, наверное, в коньке сантиметров 70 максимум. Здесь это окошечко из органзы, это такой тюль, самый дешевый, тоненький, продается в магазине один. Вход тубусом. Спальник. И вот в торце, в ногах, палатка сужается к ногам, она такая треугольная. И там тоже окошечко для проветривания. Ну вот я его закрыла, потому что что-то ночью было холодно. Там сеточка. Вот так. Ну а сверху обычный полиэтиленовый тент, тоже, который к ногам сужается. То есть он в развернутом виде, он не прямоугольник, а такая усеченная трапеция, в общем. Когда холодно, я борта тента прижимаю до самой земли. Вот сегодня чуть прохладно было. Просто бревнышками можно прижимать, а можно растягивать так, что оставлять большой промежуток, когда жарко, между палаткой и тентом. Но он здесь уже рвется. На самом деле этот тент у меня служит уже не помню сколько лет. А так главное пришивать крупными стежками.
чтобы не прорывала ткань. Ну и прежде чем шить, лучше дублировать, конечно же, скотчем. Вот, на уголках то же самое. Тоненькая, узенькая капроновая стропочка пришита широким стежком, так, чтобы лишних проколов не было. Легко ремонтируется, в случае чего можно, как вот у меня здесь, просто вот подложил туда маленькую шишечку или камешек, и снова завязывается. И тогда это крепление держит. Вот такой простой у меня тент. Ничего сложного. Вот такая у меня палаточка невысокая. Она сделана из капрона, ну, почти парашютного, примерно 40 грамм на метр. И самый тонкий полиэтилен, ну, наверное, не самый тонкий, где-то 40 микрон, наверное, толщина, ну, легенький. То есть тент и палатка весят по где-то 230-250 граммов, то есть комплект полкило, не больше. Проще всего такую палатку, конечно, дотягивать между деревьями, но я всегда выбираю еще, чтобы место было достаточно ровное, сухое. Ну и, в принципе, можно вот небольшой колышек поставить, это тоже несложно. И вот пару оттяжечек, одна от тента, другая от палатки. Но залезать иногда приходится туда ногами вперед. Потому что в палатке особо не развернешься.